солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Оригинальное прочтение известной песни Виктора Цоя. Она не про войну, скорее про ее предчувствие. Задача не просто спеть, а показать мини-спектакль. Из 20 номеров в финал отобрали 10. Количество участников, оно у нас увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим периодом. Молодежь неравнодушна, на какой земле жить. Молодежь наша хочет жить в мире. Молодежь наша хочет отстаивать границы нашего государства. И, естественно, наши молодые люди хотят служить в армии, готовятся к ним. Александр Зыкин учится на повара-технолога. Скоро предстоит пойти в армию. Мечтает поступить на флот по специальности. Спрашивал, то есть шанс есть. Можно, я, получается, на технолога учусь. Можно там коком, потом и работать там же. Ну, я считаю себя патриотом. Я люблю свою семью, стремлюсь ее защищать. И также люблю свою родину и стремлюсь ее защищать. Логовец Тарас Сергеевич. Моргунов Александр Сергеевич. Так учащиеся колледжа приветствуют преподавателей, а также студентов, которые отслужили в армии. Патриотическая работа выстроена, выведена на хороший профессиональный уровень. И вот такие знаковые мероприятия, которые в этом году мы можем наблюдать уже на городской, центральной городской площадке. Друзья, это достойно уважения, достойно хороших слов и больших похвал. От имени главы города Екатерина Боровская призвала сидящих в зале продолжать традицию, которая уже не один десяток лет. Такой конкурс – неплохой повод, чтобы вспомнить о подвигах, совершенных в том числе и на Анапской земле. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.